Всем привет, мои дорогулечки, мои любимые. Я хочу вам показать, поделиться, какие у нас куры яйца несут. Вот, посмотрите. Вот это вот нормальные яйца, обыкновенные. Ну, такие, как обычные в магазине. А вот... Вот такие яйца. Вот видите, моя ладошка. Еще по чуть-чуть и будет как гусиная. Как они их? Я не знаю. Ну это вообще, это просто... Вот. Яичко обыкновенное. И вот. Конечно, так не очень. Всем привет! Доброго воскресного дня вам. Девочки, завела тесто на пельмени и на вареники. Такое тесто замечательное. Посмотрите. Ой, тепленькое. Руки чистые. Не липнет, ничего. Значит, и стол будет чистый. Только замесила сейчас. Сейчас положу в целлофановый пакет и в холодильник, чтобы отлежалась, клейковинка появилась. Вот. Ой, такое прям приятно. Нравится мне прямо вот. 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 Вот такое вот красивенькое тесточко мое. Вот. Такой цветочек у меня расцвел, девочки. Красивый. Красотень. Вон стрелочек еще сколько. Там еще где-то лезет стрелочка. Вот такой цветочек красивый.